Здравствуйте. Решил сегодня показать самодельный утюг для сварки пайки полипропиленовых труб. Этот инструмент вчера мне подарил мой сосед и близкий друг. Он собирается заменить все старые пластиковые трубы у себя дома и вчера купил вот такой новый, так сказать, профессиональный сварочный утюг. А этот достался мне. Вчера же мы отметили это событие и выпили вечером мою водку чача. Как я чачу выгоняю, снимал об этом видео, и ссылка будет внизу, если кому-то интересно. Знаю, некоторые будут хихикать, но пусть смеются и пишут свои коварные комментарии внизу. Многие все-таки, несмотря на то, что этот инструмент приколхозина, согласятся, что она незаменимая вещь, когда срочно нужно что-то починить дома. Показываю, и если у кого-то есть старый утюг, рекомендую не выбрасывать. Нужно только ловкие руки, чтобы придать примерно вот такой вид, и у вас будет хороший инструмент дома.